сторону Дубеля. Тем временем наступила пятница, и пора строить планы на выходные. О самых интересных событиях уикенда расскажет Денис Малышев. На выходных в Ростов вернется самое настоящее лето. По крайней мере, так считают организаторы фестиваля красок Fest Color 2015. Очередное собрание любителей холи они назначили на 57 августа, то есть на 26 сентября. Окрасить мир всеми цветами радуги можно будет на городской набережной с 13 часов. В это же время в креативном пространстве на Суворова стартует ежегодный хип-хоп-фестиваль Creative Space Jam 3. Посетители увидят и услышат все, с чем ассоциируется эта культура. Брейкданс, диджеинг, выступления рэперов и граффити-конкурсы. Если вы любите громкую музыку и запах жженой резины, то вам прямой путь на автошоу «Битва автозвука и скорости». Оно начнется в воскресенье в полдень на Атланте. Развлекать гостей будет почти десяток рэп-исполнителей и несколько кавер-групп, в том числе и ростовские The Hobbits. Нет водительских прав? Отправляйтесь на парковку Мегамага. Там пройдет ОГО-мобиль-шоу. Заезд самоходных транспортных средств, изготовленных из подручных материалов. Главное условие конкурса – отсутствие двигателей. А вечером добро пожаловать в клуб «Тесла». Там в 19 часов концерт Валентина Стрыкало. Группа, которая выросла из интернет-шутки, отмечает 5-летний юбилей большим туром по России. Альтернатива «Тесле» – воскресным вечером «Стереобаза». На площадке этого клуба выступит суровый и серьезный рэп-коллектив «Триада». Они представят публике новый альбом «Третье дыхание». Ситуация на дорогах Ростова. 4 балла по версии Яндекс.Проба. Как сообщают пользователи сервиса, на Нансена в районе Нагибина проводятся дорожные работы. 21 минуту можно потерять при проезде до этого места от Нариманова. Авария на дачной Вавилово. На ней Шибалдаева от Таганрожского до народного ополчения придется потратить 14 минут. По 15 отнимают 50-летие Рассельмаша, отвязка до страны Советов и первая Луговая от Пойменной до железнодорожного переезда. У меня вся информация к этому моменту. В студии работает Глеб Дюденко. За пультом Илья Щербаченко. Следующий выпуск будет в эфир через полчаса. Утренние новости с Глебом Дюденко. Партнер программы «Манго Офис». Надежная платформа для роста вашего бизнеса. Узнайте больше по телефону 333-2333. Лена, освободи телефон. Клиентам проще уйти к конкурентам, чем до нас дозвониться. Иван Иванович, только с мамой договорю, у меня сын заболел. Клиенты уже привыкли, что к нам не дозвониться. Их вон сколько, а линия-то одна. С многоканальным номером от «Манго Офис» вы не пропустите ни одного звонка, не потеряете ни одного клиента. Повышайте качество обслуживания. 333-2-333.